Дару, ну что, продолжаем проходить Обитель зла. Четвертая глава. Выдавили они здесь, конечно, из себя. Раньше Dead Space учился у Обителя зла четвертого. Теперь четвертая обитель, да, зла учится в Dead Space. С кучей вот этой развилок, путей. Что-то куда-то, зачем-то, блядь. Так, в принципе, давай сначала здесь. Поселение озера. Что за поселение озера? Я вообще такое не помню, что там было поселение озера. Ладно, у нас по прямой два сокровища. Справа. Рэд. Мощный пистолет. На ручке выжжена большая красная цифра 9, чтобы стрелок не пытался зарядить его патроном другого калибра. Угу. Очень интересно. Так как и место, блядь, не то. А, ну это с вот этими, да? Угу. Смотри, блядь, тут рыба. Все, да, блядь, место занято. Сейчас это плавать туда-сюда. Смотри, здесь есть тоже, да, он? Рыбёха. Да, придется это сейчас плавать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, только лучшие товары. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Оба, у тебя есть кейс. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Я продаю много отличных товаров, чужак. Готов купить почти все. Это очень хорошо.
Неплохо. Так. Что, это все? Приходи в любое время. Хранилище. Положить. Что еще могу положить? Да ничего, только оружие, да, и спрей вот. Давай спрей тоже. Мне туда типа надо, да? Я сначала рыбу хочу пособирать. Да все, все, хватит. Так. Ты вот не мог вот эту вот сюда вот. Так вот раз и все. Так, и... Смотри, да, он тоже еще плещет. Угу. Большая селява мне не влезет. Но здесь должно быть золотое яйцо. Теперь обратно, блядь. Все очень увлекательно. А, вот еще одна рыба, да? Пиздец. Я тебе говорю, сейчас заебусь туда-сюда вот это плавать. Ну, типа, бабло. Бред какой-то. Посмотри, привет. Что могу предложить? Давай я тебе что-нибудь предложу. Так, так. Это однозначно мне пригодится. Так. Как раз то, что нужно. Молодец.
Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Славная сделка. Славно. Итак, чем я могу тебе помочь? Так, у меня этих 5, да? Что-что? Как нам удалось добыть все это? Лучше не спрашивай. Мощный прицел. Смотри, я могу взять маску. Ха! Нет. С этой добро... Теперь... Я сейчас с нее эти ставлю. Вот. Теперь продаем ее. Я продаю много отличных товаров, чужак. Спасибо. Так. Купить. Кейс. Хороший размер. Но главное ведь, что внутри, да? Да, информация в наши дни тоже товар. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Итак, чем я могу тебе помочь? Мы любим разные травы. Они и лечат, и калечат. Они могут все. Непотерянное сокровище. Давайте заберу желтую траву. О, я знал, что ты это вытащил. Ты только... Так. Теперь мы что? Создаем. Так. Вот так. Там не убейся. Не убьюсь, блядь, не переживай. Идем еще за рыбой. Все. На огромный просто. Так, здесь у нас что? А, нам туда, да, типа? Так. Скрыши дополнительный так. А что-то я не понимаю, я здесь был, нет? Дом озера. Давай посмотрим.
Да, что-то знакомое, но здесь смотри, типа. А, это то место, где я Луиса нашел. А что за сокровища появились? Так, 3 года назад моя милая дочурка родила сына и вскоре скончалась. За эти годы мальчик быстро вырос, он очень любопытен и постоянно тянется к новым знаниям. Он даже пытается идти за мной, когда я собираюсь на охоту. За ним нужен глаз да глаз. Когда мы с ним гуляли по лесу, он просит меня сказать ему что-нибудь. А, гуляем по лесу. Он уважает историю про Дона Кихота. Он еще совсем юный, но умен и наблюдателен. Не по годам. Не родись он в этой глуши, то наверняка стал бы ученым. Я пил глупо и опрометчиво. Я был готов поклясться, что начисто прострелил башку волку, но тот все равно бросился на меня. Мне удалось дойти до дома, но место укуса распухло и изменило цвет. Мне больно видеть встревоженный взгляд мальчика. Мое тело ходит само по себе, а в голове звучат голоса. Неужели я схожу с ума? Мне нельзя умирать, ведь у мальчика больше никого нет. Господи, умоляю тебя, защити его. Кольцо. Плюс здесь можно сейчас всю эту хуйню пособирать. А здесь что у нас было? Что это? Что на ней обозначается? Ладно, можно на катер запрыгивать. Так, а вот эта пещера куда ведет? Угу. Круговая, да? А, ну это вот где... И внизу я еще это матерился на том, сколько врагов выпрыгивало. Ну ты цацка. Так, ну и все получается здесь взят. А, здесь, значит, мы наберем, осмотреть. Thank you.
куда мне? Привет. Да, что покупаем? На тебе руку мне. Отлично. Ты профессионал. Так. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Держи. Все, как ты хотел. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Молодец! Тебе можно довериться. Я продаю много отличных товаров, чужак. За 4. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Доброго пути. Так, ладно, сохраняюсь. О, вот 4-я будет, видать, самая долгая. Ну что ж, привет. Мы дальше проходим Обитель Зла, 4-й. Короче, вышли обновы на дрова. И внезапно теперь игра не тянет на высоких. Там что-то среднее стоит, что-то высокое, но, блядь, не максимально. То есть до этого было все на максималке работало, а теперь, увы, блядь, просто хуйня какая-то. Чё наделали? Зачем так, блядь, жить? Придурки, блядь, конченые вообще. Так, я вот честно уже забыл, где я чё остановился. Где мне и чё собирать? Так, я вон туда, наверное, нагонял, да? Там чё-то это... Кейс у меня забит... А, не забит. Есть место. Это что тут у нас? Бля, уже не помню, где еще. А, во-во. Я могу выйти, да? Назад. Уже это. Хрень была. Вот он. Давай, у меня есть ключ. Ура! Ну да ладно, будем искать счетчик кристалла с фана. Я не помню, здесь есть быстрое перемещение?
чтоб не типа это... Есть, посмотри, наверняка что-то понравится. Иди в жопу, блять. Так, быстрого перемещения здесь нет. О, мне бы вспомнить, чё я, где я остановился-то. На, вот. Надо туда, сюда. И тут что-то обследовать. И я могу понять, что это? Нет, господи. Ладно, давай на лодку сгоняем. Там сейчас вспомним все. Да господи, ты можешь? Разворачивайся, парень. Ну-ка, карасей всех убьет. Так, это куда у нас туннель идет? А, это вот по кругу, да, я плавал. Так, ну давай проверим то, что это. Где тут? А, здесь что-то объединить. Там здание и задание. Ой, слышь, вот... хорош кривляться. Да-да, не надо вот этого говна. Оба, ну, я ну, думал, как? Он тут наступит. Внезапно. Ага. Есть какой-то секрет, еще лестницы нет. Ну давай, проверим все. Что тут творится? А чем мне их правда там очень? Так, лист-то, наверное. Давай, что у нас тут? То есть по идее я вот типа выполз, тут нихуя ничего особого-то нету, и вопрос зачем.
Ебать. Бля. Бля. Подожди, я, блядь, не помню, где чё мне. Ну-ка. Да, блядь. Так, теперь что у нас? Бля, я там... Сука, парашютку-то не подобрал, да? А где он здесь? А, в комнате. Создать. Патроны. Так, Так, и что-то в этом доме было еще. Ага, вот. А у нас есть как раз маленький ключ. Одна штука. Золотой слиток. Так. Ну вот здесь все. Теперь можно отсюда уходить. Далее нам куда? А вот налево сразу вверх. Блять, и тут, смотри, караси плавают. Что, у меня место есть в инвентаре? О, есть.
Да хватит, блядь. Да куда, зачем? Господи, блядь. Залазь обратно. Да... Сука, какая ты лодка, блядь. Да вот же. Все. Угу. Какие-то лестницы вверх. Рыба какая-то. Тройки, рыба, волна. А, не, нихуя. Три рыбы. Тройка. Три волны. Где она вот эта там? Качается. Ага, чёрт. Чёрт. Еще один фрагмент. Последний, да, вроде бы? Так. Голова богохульника. Это ладно. Все можно продавать. Так, а где вот это вот находилось? А вот здесь, да? Да-да-да, это сейчас вниз. И наискосок. Thank you.
Ёбаный. Хуёво. Так. Теперь торгашу. Подожди, а чё? Место еще есть? Давай разгоняем сразу. Так, вот сюда, ладно? Да, нам сюда. Иди нам. Не открыть. Вот чтобы они здесь сделали ворота, как в шестой. Чтобы экшон был позадорнее. Да, дед? Вот давай без этой своей хуеты. Чё там надо ставить? Гори, блядь. Так, там какой-то верх. Уезд-то, блядь. Откуда вы здесь, блядь, взялись? Вообще, блядь, не понимаю. Здесь, в принципе, не должно было быть. Да сколько вас вообще? Да, блядь.
А. Выбираем. Один жетон. Еще один знак, да? Типа тетаройка и хуйня какая-то. Травчанский. Так. Создаем. Ну давай на дробач. На УЗИ надо было, да? Да, ладно. Да вот откуда, блядь? Как это вообще работает, слышь ты? Как проскочил. Ой, да ну нахуй. Ага. Не даешь, да, подойти все равно. Не ощущаешь своего носителя, блядь. Тварь. Мразь. Ах ты, падла. Ладно, я вернусь. Так, а здесь вот с двух сторон стенки, короче. Так, а это у нас... Две такие фигуры, да, непонятно. Да, блядь, что ты там в стенку-то уперся? Так, ну, допустим, это у нас вот это у нас вот это. И... Да, блядь. Вот это. Огородно! Да иди ты нахуй. Yeah.
Эй, ёбаный ты. Да не надо. Я думаю, что опять эта хуйня будет. Так, ну здесь всех поперебило. Теперь, кстати, можно и к торгашу, да, сгонять. Может, про торговцу, то ничего не вставляется. Угу, две башки есть. Там сторону. Порадуй, привет. Так, я продаю много отличных товаров, чужак. Символом нет его, не знаю. Готов купить почти все. Да вот я тебе и продаю почти все. О, куплю по высокой цене. Да ради бога, покупай. Спасибо. Купить, улучшить, починить нож. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак. Регулярный уход и забота. Без этого никак. Не знаю, стоит ли дробач улучшать. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Ты знаешь что? Я знаю, что, блядь. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Вот, приклад бы. Итак, чем я могу тебе помочь? Приходи в любое время. Ничем ты не можешь помочь. Так, сохраним. Так, ну как, вроде бы здесь... Ага, а там что у нас? Это церкви. А, это церковь, точно. А, во, нам надо же в церковь попасть. Вот, и для этого вот мы вот эту вот... Вот, вот вообще логика, да? Нет бы нахуй дверь вообще вынес. Нет, надо, блядь, побегать по всему острову, все изучить, все пособирать, чтобы открыть какую-то несчастную дверь. Вот, блядь, пиздец. Вот представь, что тебе, вот тебе, надо открыть дверь. Но, чтобы открыть дверь, ты должен вот сесть на самолет, слетать там в другой город, который, блядь, за 3-9 земель. Там поговорить с чуваком, который бы тебе рассказал действие этого ключа. А потом бы ты пошел в мастерскую соседей города, допустим, или там в деревню. На тебя бы там начали нападать, ты бы там убегал, все это обшаривал. И все это на тебя бы ушли бы там недели, блядь, месяцы. Чтоб ты потом получил ключик, прилетел обратно, вставил его и все. Говнище же. Параша. Зачем так вот затягивать геймплей? Нам нужен экшен, экшен этих игр. О, снес. Снес его нахер. Все верно. Я
Я думаю, разницы нету, да? Куда какую ставить? Гнездо, это Кондор-1. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи Орленка. Да, болтать некогда. Выдвигаюсь. Кондор-1, конец связи. И теперь нам... Весело очень. Так, а сюда я попаду в церковь, если вот назад. А, нет, это там, где под этими, да. Ага, да. Нет. Это мне надо, значит, возвращаться. А, ну к вот этому. И сюда вот идти. Ну здесь сейчас, наверное, будет босс-файт с этим. Со здоровяком. Привет, чужак. Пошел в жопу. Так. Теперь мне назад, да? Правильно. Правильно. Так, и сейчас будет. О, битва. Так, еще на 6 у меня есть граната. Окей. На шестерку еще есть граната. Ну вот, началось. Черт. Иди нахуй. Да даже, блять, в оригинале он круче выходил. Нихуя он быстрый. Привет. Да, блядь. Интересно.
маленькая. Нет, нет. Пошел. Так, собираем все, так, собираем, собираем. Блять. Нужно идти к церкви. А. Молодец. Ну что ж такое, спасибо тебе. Я бы тебе что-нибудь там косточку дал как-нибудь. Нет, нихуя. Так, 6 месяцев у него и 2 режет зубы, но он уже тащит в рот все, что попадется на глаза. Он еще не умеет ходить, но уже заглотил целиком собаку. 9 месяцев. Он уже больше меня и продолжает расти. Здание ратуши стало для него слишком тесным. 10 месяцев. Продолжает расти даже после переезда в рудник. Съедает целую корову всего за 3 дня. Так. 13 месяцев. Размахивает самой большой киркой, словно веточкой. Чуть не сожрал мужика из деревни. Ему мало еды. 17 месяцев. Коров почти не осталось. Таким темпом вся деревня сдохнет от голода. Мы обратились за помощью в замок, и они усыпили зверюгу с помощью заклинаний. Надеюсь, он теперь не скоро проснется. На тебе, блядь. На тебе. Так, что за два дупла? Два дупла. Духлата, давай. Блять, я сейчас они опять будут откуда ни возьмись появляться. Я вообще, блять, ебанусь тогда. Сейчас, по идее, должны быть опять эти псовые мрази. Да, вон они. О, нахуй. Пёс. Ещё жив. Там. До. Не. Здесь что у нас было? Здесь не осталось никаких секретов.
Ладно, хорошо. Мало ли что там ожидает нас. Эшли Грэм, я хочу помочь. Ты мог бы не орать вот так вот? Да? Это не очень есть хорошо. Синяя ручка. Угу. Регулятора. Ну конечно, надо же совместить. Вот одна. Вот вторая. Угу. Создать. Давай вот так. Создать. Что можем? Еще патрон. Ну давай. Пистолетом все равно чаще пользуемся. Угу. Закрыто, да? С другой стороны только открылся. Стрелы. Я надеюсь, я хоть стрелы могу в хранилище, блядь, убрать. Раньше это было на втором этаже. Здесь же цветовая гамма такая отвратительная. Это вот так, по идее. Так, и что у нас там? Эшли, ты тут?
она по идее здесь, да? Давай, все сначала посмотрим. Странно. Ага, это еще выше. Хорошо. Идем деваху спасать. Эшли. Эшли Грэм, ты тут? Не подходи. Слушай. Полегче давай. Я Леон. Я здесь по приказу президента. Зашибись. Ой, раньше такого не было. Чтоб она убегала там куда-то зачем. Снаружи опасно. Прошу, выслушай меня. Что это? Вон там. Не что, а кто это? Догнать их. Заблудшие агнцы сбежали. Подарите же им. Так они нас не ловят, они нас убивают. Дурак, что ли? Да пошли вы там нахуй. А, на этом глава закончена была? Ну ничего себе! Что же нам делать? Съебывать? Твой отец мне верит. Так что придется поверить и тебе. И делать все, как я скажу. Я верну тебя домой. Ладно. Ладно, Леон. Обрезание, говорит, обрезание. Обрезка. Надо валить отсюда. Сейчас тебе покажу, блядь. Финита. Амфиса. Кого? Кого зовете, блядь? Амфису, обрезание. Чем надо, блядь? Кажется, они услышали. Амфиса, Амфиса, говорят. Выходи. Но мы-то не Амфиса. А давай наверх сходим. Хуя стеро. Я? Ладно. Давай быстрее, блядь. Как нам отсюда выбраться? Но можно выпрыгнуть в окно, блядь. В принципе. Очки видны.
Так, что-то мне сдается, вот это вот где-то оно ненормально, где-то оно, видать, там, где... Где вот тут вот, где внизу, да? Да, вот тут вот оно. Ну нет. Давай. Давайте, барышни. Не бойся. Я тебя поймаю. Спасибо. Да ничего, потом минетом расплатишься. И нормально будет. Гнездо, орленок у меня. Поняла. Она цела? Да. Отлично, Кондор-1. Высылаю за вами вертолет. Отправила координаты места эвакуации. Доберись туда и любой ценой защищай орленка. Понял. Живи. Погода портится. Отбой. А, ну вот как... Я мне пизда. А, ну заодно вот здесь вот в это в деревне заберем там то, что есть. Ох, какое деревня. Святилище. Здесь очень опасно. Будь рядом. А, удержи. Пердоли. А бриза, пердоли, чё за, блядь, язык на? Так, Ctrl. А, время на расстоянии, если будет держаться за станцию, позвольте не попасть. Ага. Не мешай мне. Да нахуй. Идем. Ага. Вот сюда. Да заходи, блять, отряхивайся там. Так. Все, здесь все взяли. Ну теперь просто пиздошим дальше. Сохранюсь на всякий случай. Я не знаю, как здесь КТ работает. То есть, когда я выйду полностью из игры, сохранится или как в старой версии. Что ни хрена не сохранится. Так, иди за мной. Иди. Отойди. Все. Ага. Эй, блядь. Так, стань за мной. О боже! Да что с этими людьми? Ну как что? Видишь, они... Не совсем люди. Ух ты! Куда ты пошел? Я тебе что, блядь, сказал? Серьезно? Да иди ты!
да ну нахуй. Да, блядь, Тиаэса, нахуй. Да вы заебали. Ага, хуй я тебя подойду. В рот ебал такой наебалово. За мной. Ладно. Так. И чё у нас получается? Ну хоть жизни у Эшли нету, их не надо прокачивать. Так, хоть что-то. А, мне ж нет. Так. Бочки зареспаунились. На. В огонь. Блять. Иди-ка ты нахуй. Чего ты там? Тебя хуёво, что ли? Чё он? Чё это? У меня есть новые товары. Посмотри. Блять, я ищу новые задания. Хочу, чтобы кто-нибудь расправился с бешеной собакой, которая бегает по деревне. Ее легко заметить. Часть обычных собак. Серьезно опасно так. Староста. Особняк деревенского староста, это где у нас? Ёбаный, это мне значит надо отсюда, вот пиздош сюда. А, ну здесь псина, да, нарисована. Господи, как... хуя вот эти вот побочки. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Что интересно у тебя есть? У тебя нету тут нихуя абсолютно. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Забирай. Это какое же новое оружие у тебя есть, блядь? У тебя нету что здесь ни черта. Ты видишь сам? Ты сам. Все, что есть перед тобой. Ага, блядь. У меня новое оружие есть, блядь. Пиздобол. Готов купить почти все. Да. Спасибо. Угу. Сука, не хватает еще две штуки. Я продаю много отличных товаров. Приходи в любое время. Да иди-ка ты в жопу. Так. Что если нам взять арбалет, попробовать что с собой? Так, хранилище. Арбалет.
что нам его поставить бы? Он будет с минами. Создать патрона. Не могу объединить. А, могу. Так, ладно, использую. Травку. Ой, глава же закончилась. А я все. Ладно. Да это все, типа, блядь. Пятую главу. А, там собаку еще убить. Ладно, счастливо.